хитрый вопрос. Дело все в том, что я бы очень хотел, чтобы президентом Украины оказался человек, который будет не подвластен всем этим партиям, потому что каждая партия тащит куда-то в какую-то другую сторону, что он должен над этими партиями, он должен идти вперед таким путем, чтобы создать тот самый мир и восстановить то самое возможное нормальное взаимоотношение и между Востоком и Западом, я имею в виду западной части Украины, юго-восточной и восточной, с этой стороны. Я не могу сказать гипотетически, как он выглядит или кто он такой. Я, так сказать, не знаю. Это должен быть человек, который ухитрится своими первыми шагами доказать свою лояльность и, самое главное, свое позитивное отношение каким-то образом, помирить всех и вся. Не знаю, как это получится. Это должен быть очень мудрый, тонкий человек, который, так сказать, войдет обязательно в историю как настоящий миротворец.